На кухне вовсю кипит работа. К открытию все должно быть в идеальном состоянии. К сезону 2020 года в лагере «Луч» готовились основательно. Отремонтировали обеденный зал столовой, например. Стены и потолок теперь облицованы экологически чистыми материалами. Мы выбрали такой стиль отделки деревом, вагонкой, потому что мы считаем, что наши дети должны дышать не какими-то химическими изделиями, а вот... Этот запах, он не только дерево на улице, но теперь у нас и внутри. Мы уже сделали подобным образом два здания. Зал рассчитан на 250 мест, но такое количество в этом году не потребуется. Столы будут раздвигать, чтобы обеспечить необходимую дистанцию. Максимальная разрешенная загруженность на одну смену 80 человек, 50% от обычного числа отдыхающих. У нас находится в данном корпусе 4 спальных комнаты для ребят. В этом году здесь будет проживать всего 20 человек в связи с пандемией. Лишнее мы еще будем выносить. Подушки, одеяло, это естественно, все это у нас постирано, обработано. В этом году к обычным мероприятиям по подготовке к заездам добавилось много нового. Например, обеспечить корпуса рециркуляторами закрытого типа. Обеззараживание воздуха – это обязательно в нынешней ситуации. Измерение температуры, градусники бесконтактные, дезинфицирующие средства. Средства для обработки рук и все к тому прилагающиеся маски. Лагерь будет работать в закрытом режиме, без посещений и родительских дней. Сотрудники не смогут покидать территорию в течение смены. Ограничения отчасти коснутся различных мероприятий и активностей. Но, как уверяют представители администрации лагеря, скучать ребятам здесь точно не придется. Мы давно ждем. Мы привыкли встречать их в начале лета. Для нас это... Очень странно, что еще до сих пор никого нет. Конечно, мы так долго готовимся, и нам очень хотелось бы уже всех принять. Это очень веселое, задорное время. Лагерь оживает. Многие из тех, кто однажды отдыхал здесь, приезжают снова и снова. Уже сейчас по предварительной записи число желающих превышает количество мест на две смены. 50% ребят смогут отдохнуть по льготным путевкам. В настоящее время администрация лагеря завершает процесс получения разрешительной документации. И тогда «Луч» гостеприимно распахнет ворота для детей нашего округа.